весна, греет солнце, поют птицы, распускаются цветы, и вместе с ними приходит нехватка витаминов. Отсюда почти у половины крымчан целый ряд неприятных симптомов, ощутила их и Галина Костина. Очень сильно чувствуется сонливость, усталость, хочется больше как-то отдохнуть, потому что зима как-то забирает много очень сил. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно идти в аптеку за таблетками. Лучше на рынок или в магазин, ведь именно из продуктов организму проще усвоить нужные микроэлементы. Обратите внимание на фрукты. Например, в цитрусовых много витамина С. Достаточно его и в этом фрукте. У англичан даже есть пословица: кто одно яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает. Среди овощей чемпионы по содержанию этого витамина – помидор, перец и капуста. Морковь – кладезь микроэлементов группы В, они укрепляют ногти и волосы. Можно употреблять овощи и в квашеном виде, а ягоды – размороженные. В виде пюре, желательно их, конечно же, использовать в свежем виде, потому что термическая обработка любого продукта, она приводит к уничтожению полезных свойств и тех витаминов, которые находятся в этих продуктах. Свои полезные свойства и у молочных продуктов. Они содержат белок, все необходимые аминокислоты, фосфор, калий и не только. Если вы на завтрак съедите сырники, в течение дня выпьете стакан молока, а вечером кефира, вы почти на 100% удовлетворите суточную потребность в витаминах А, В1, В2 и Е. Не отказывайте себе и в мясе, это хороший источник белка, минеральных веществ. Обеспечит вас витаминами группы В говядина. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Полезные дары моря, витамин D, омега-3 помогут улучшить мыслительные процессы и предупредят развитие многих болезней. А вот бороться с депрессией и усталостью лучше семечками и орехами. Они богаты витамином Е. А чтобы все уж точно хорошо усвоилось, не забывайте про позитивный настрой. Так что улыбайтесь и будьте здоровы. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня.